Западные люди жестокие. Люди жестокие, они нас ненавидят. Ненавидят еще с тех 40-х годов, когда это его фашизм еще закончился. Тут, с этой территории, с ДНР, не взяли оружие, не пошли туда на западную стрелять. А западные пришли сюда стрелять. С западной Украины сюда. Зачем? Я хочу задать вопрос. Москаляку, нагиляку постоянно кричит западенщины. А за что? Что я им сделала? Я что-то украла у них? Я что-то своровала, я их обидела. За что не кричать москаляку на гиляку? За что?